Константину Разводовскому 12, но мальчик уже смело борется за звание мастер на все руки. Костя самостоятельно может выявить и исправить поломку в бытовой или компьютерной технике. У меня папа ремонтирует всякие вещи, и я за этим наблюдала, очень хотел тоже стать таким. Мне паяльник купили где-то в 9 лет. Родители вовремя заметили стремление и талант, предложили заниматься в объединении по интересам радиотехническое конструирование. Через 2 года непростое увлечение принесло плоды. Костя попал на республиканский конкурс Junior Skills Беларусь. В этом году он объединил 116 молодых умов со всей страны. World Skills – это твой новый старт. Старт в будущее. Движение Junior Skills возникло еще в 2015-м. Его посыл – познакомить школьников с миром современных профессий, проверить знания и помочь определиться с выбором специальности. Сперва бобручанин победил на областном этапе конкурса, а в середине сентября защищал честь Могилевского региона в столице. На республике там было очень много экспертов. Все на меня смотрели, глазели. Я нервничал очень, но все-таки занял 2-е место. За победу Костя боролся в компетенции электроника и уступил буквально несколько баллов своему визави. Подготовиться к непростому экзамену помогал талантливый педагог Сергей Дубинский. Участие в конкурсах прививает уже стремление к чему-то у ребенка. Он уже понимает цель в жизни, и у него появляется профориентирование. И уже, я думаю, что Константин уже определился в смысле своей жизни и будет знать, куда он будет поступать в будущем. Костя – первый бобручанин, который оказался в рядах финалистов Junior Skills. В 2018-м навыки в конкурсе демонстрировали другие воспитанники Центра доп. Образования. Тогда молодые таланты заняли 2-е место в области. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.